15 несчастных случаев на воде произошло в республике с начала июня. На водных объектах утонули 16 человек, в их числе и 6 детей. В связи с этим детский омбудсмен Марина Ежова совместно с МВД республики подготовили памятку и призвали родителей проводить разъяснительные работы с детьми. Это та проблема, которую мы не сможем решить в одиночку. Это та проблема, когда именно родители вместе с педагогами, с общественностью, просто с неравнодушными людьми должна решиться вместе, совместными усилиями. Это совсем не трудно сказать ребенку, где он может быть, а где он быть не должен. Это совсем не трудно проследить за своими малышами и уберечь их от той опасности, которая неминуемо влечет безнадзорность наших малышей. Поэтому, пожалуйста, будьте счастливы, здоровы, живите долго, не оставляйте детей без присмотра.